как говорится. Говорите честно. Блять, есть аккаунт, чё, говорить честно? Что именно? У вас есть кроме них? Вообще, ну я как бы это не отрицал никак. Лидерству мало. Мало. Да где бета больше не играть? Дай что в чате. Что именно он тебе хочет? Читай чат. Не молчи. Он спрашивает, типа, скажи тот аккаунт, который у тебя в гетто. Я говорю, он не в гетто, как бы он пустышка. Он спрашивает, когда последний раз заходили? Ну, я говорю, после снятия вчера вечером. Еще аккаунт. Да, есть еще. Скажи, тот просто забыли удалить. Франческо какой-то. Стрижка. Блокана. Сколько у тебя вообще аккаунтов? Три. А, который Голланд? Сеска Гамбина. Нет, 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 другая это дом чей-то, видимо. Как сам думаешь, какая инта? Дом в СФ, такое ощущение, что какой-то, ну, элитный дом в СФ. А над Феретти и Мартин Рефера тут опять эти два администратора стоят тут. Ну, лучше уж на правду, действительно, лучше я скажу об эти аккаунты, пусть их лучше оба удалят. Ну, или меня сейчас забанят на 30 дней за твинк. Еще хуже за лиде на твинке. За лиду. Такая музыка начала играть, как, знаешь, из Форт Бояра прям. Где? У меня.
ВК. Я хотя бы не успею. Больше нету. Расскажите, что попал в ЧС. ЧС попал. А он в ФК уже минуту. Ну, сейчас тогда.